вышла погулять с собаками. Вот вечером, время 9 часов. Смотрите, какие здесь улочки неприглядные. Куда-то прям вниз, ступеньки. И дальше вот такая улочка. О, фу, какая-то прям, не знаю, домики какие-то старые. Здесь снаружи красиво, а там... Ну, пойдемте. Ночная Корея. Смотрите, сколько тут у них храмов. Вот эти вот красненькие, вот это кресты. Вот они. Конечно, как всегда, собралась гулять. А у меня телефон наполовину разряжен. Не знаю, смогу ли я вам что-то сейчас снять. Или придется дополнить другую прогулку. Видите, какая погода хорошая. 9 вечера. Тихо, спокойно. Мы хотим вот туда, к реке спуститься. Вот там слева, видите, зеркальная река. А здесь всякие кафешки, магазинчики. И никого народу. 9 вечера. Вот тоже. Шли-шли. Красиво-красиво. А тут опять какие-то ступеньки. Какая-то страшная там улица. Там уже даже не улица, а какие-то дома. Там живут. Такие мне не нравятся дома. А это то, что мне очень не нравится в Корее. Вот я уже говорила, по-моему, мусор, который выносит вот так. У них нет помойных урн. Помоек таких вот. И вот опять вниз. Какой-то город на минус один этаж. Здесь какое-то строение. Это жизнь. Улочки, дома. Все тихо. Еще мне нравится. Смотрите, вот домики стоят, да? Ну, это, наверное, какое-то кафе или что-нибудь там что-то продают. Это, не знаю, тоже, наверное, что-то. А тут лук растет. Лук, видите? Огородик такой прям в горшках. Практически мой вариант, только у меня бочки. Ну, народ ходит. Пошли. Туда опять куда-то вниз, минус один этаж. Город с минус первым этажем. Ну, чего народ есть? Вот там кто-то идет сзади, в ту сторону. Здесь тоже люди есть. Плюс две собаки, стриженные. Смотрите, какие тощие. Здесь стоянка, видимо. Налево, потому что будет рынок за этой стоянкой. Светло, здорово. Так, ребят, пойдемте-ка назад к реке. Пойдемте. Спустились к речке. Послушайте, как она шумит. Время уже 11 час ночи, вечера, а мы все гуляем с собаками. Даже домой не хочу идти, так на улице хорошо, тепло и превосходно. Тут как маленькая плотинка. А это такой мостик. По нему можно пройти на другой берег. Речушка маленькая, но тянется через весь город. Мне кажется, у нее название тоже Чоныб. Ну, это человек на ту сторону хорошо. Ладно, ребят, пойдемте к дому. А здесь это как спортивная площадка, что ли. Народ какой-то появился.
наши забияки, особенно Лёва. А там вон собачки гуляют. А нам не дали погуляться. Какие вы. Какая-то техника стоит, здесь ремонт идет набережной. Там вот машина, я вам показывала, а здесь как типа какой-то маленький стадиончик. Видите, там это сиденье для зрителей. И нарисованы футбольное поле, что ли, или какое-нибудь гандбольное поле. Ну, что-то такое. Лавочки вот вдоль дороги можно посидеть, отдохнуть, на речку посмотреть. Очень интересненько. Мило. Смотрите, какие милые лавочки с сердечками. Вот это я не знаю. Что вот это такое? Главное, сердечки милые, да? Вдоль реки везде вот такие вот площадки для спорта, для занятий. Это тот мост. Вот слева там будет дорожка, ступеньки наверх. И в старом доме, когда мы в 18 году с Сашей приезжали сюда, здесь было написано на этом мосту, вот там сейчас корейские буквы, а раньше по-английски было написано. Ну как-то ген-гел-уип, как-то так. Вот, а теперь по-другому сделали. Ну правильно, это Корея, что тут по-английски писать. Ну, здесь цапли были. Построили второй мост, вот там вдали светится. Его не было. И вот техника, смотрите, что. Вот она, техника, что-то он тут делает. А вот такими ковшами, кстати, снег собирали. Помните, я вам рассказывала, когда была зима, ну, снег когда выпал, то вот такими ковшами вдоль дороги собирали снег. Я вообще обалдела, потому что было так, как это, шумно. Ну, точно здесь вот мы и гуляли тогда с собачками. Так, надо нам выбираться. Здесь уже стройка века пошла. Сейчас пойдем домой. Лесенки тут, конечно, чудесенки. Такие крутые, вообще крутой спуск такой. Перил нет. Прям вниз туда. Жих. Очень-очень круто. Мы уже идем поверху, в сторону дома. И вот мы там шли, с той стороны. Я вам показывала вот эти все площадки. Это волейбольная, что ли. Там стоит щиток. А вот там видно все вот всевозможные агрегаты для занятий физкультурой. Ну, у нас теперь тоже такое во дворах есть. У нас во дворе точно есть. О, и опять лестница. Смотрите, какая она крутая. Хоть бы перила сделали. Вообще, просто такой спуск крутой. Здесь вот лавочки есть, отдохнуть можно. Ну ничего, у меня получился сегодня такой ночной обзор города Чоны. Немножко мы погуляли. И тут сердечко. Все у них сердечки. Везде у них сердечки. Вот, вот эти агрегатики. Культурненько все. Пришел, позанимался. Я пока не видела здесь много народа. Что в прошлый раз мы прилетали, были, что сейчас. Не знаю, с чем это связано сейчас, с ковидом, или просто здесь все время так тихо. Может быть, просто школьники там не на каникулах, а может, они на каникулах, не знаю. Ой, давайте-ка посмотрим. Здесь интересные кафешки, что ли? Или это не кафешка? Что это? Сейчас приблизим. Лавочки такие.
по-моему, сакура розовая, а вишня в Корее, по-моему, белая, если я не ошибаюсь. Вот кот. Ну, посмотрим, какая она будет. Она должна скоро зацвести. Ну, ничего, так миленько. Еще одна. Здесь смотрите, какое чудо-юдо. Тоже остановка. Я даже не знаю, может, тут какие-то автобусные остановки. Правда, здесь я не вижу никаких показателей. Посмотрите, как... какие красивые чашки, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 чашек с блюдцами. Что тут написано? Кто понимает по-корейски? Может быть, это какая-то история? Чашечки. Смотрите, сейчас я возьму одну чашку. Вот они какие. По-моему, это наш перекресток. Да. Ну, сейчас по прямой прямо до нашей студии. Минут 6 пешком. Смотрите, как здесь горшки с цветами выносят. Никто ничего не отбирает, не забирает. А вон там уже не пойду сейчас. Вот там. Горшочками. Клади в сумку и уноси. Я думаю, у нас бы так и сделали. Смотрите, прелесть какая. Зашли еще к нашему прудику. Видите, слева там рыба желтая. Спит. Или не спит, плавничками работает. Ребят, вы смотрите мне за ней, не сигоните. Тихо. Помните, как я вам показывала, сколько здесь было снега? Теперь никакого снега. Все давным-давно растаяло, через 2 дня. Уже на первый день, на следующий день уже там все здесь таяло. Шапки прям снега вот с этих скамеек съезжали. И вот такая красота. Прям не хочу домой идти. Детям сказала, что пойду погуляю с собаками. А сама никак не вернусь. Так хорошо на улице. А спать совсем не хочется сейчас. Да, собаки, это вы, наверное, со мной устали. Он уже... дрожат, стоят. На улице-то тепло. Что вы? Домой хотят. А рыбка там вон посередине все плавает. Вот там какая-то рябь во второй половине вот этого затончика, видите? Кто-то там плавает. Мы когда с собаками здесь как-то гуляли зимой, вдруг там слева кто-то как плюхнет, вон там издали идет вот это вот речу, ну, вот этот водоемчик. Такое было впечатление, что там вот как кот, котяра такой, плюхнулся и поплыл. Я аж вздрогнула. Ну, естественно, это был не кот, потому что куда ему там плавать? Не знаю, может быть, так рыба плещется, может, рыбаки знают. Я не слышала никогда, чтобы так рыба плескалась. Тут прям было впечатление, что кто-то с берега прыгнул. Я еще подумала, может быть, какая-то водяная крыса там или выдра, или что-то такое. Но мне бы не хотелось с ней встретиться. Вот она, красная рыбина. Даже Лёва стойку сделал на нее.
Да, Лев, там рыбка плавает. Спряталась в травку. Так ты туда мне не прыгни. Ну ладно, всем до свидания. Всем до новых встреч. Всем всего самого-самого доброго. Большой вам привет из Кореи.